На кинофестиваль в Венеции продолжают прибывать звезды. Настоящий пример, как эффектно это сделать, показал Джуд Ло. Он появился перед десятками журналистов на катере. Путь британского актера к пристани и по пути в кинозал занял почти 20 минут. Звезда останавливалась, чтобы сделать селфи с фанатами. Он щедро раздавал автографы, но отказался отвечать на вопросы журналистов. В Венецию Джуд Ло привез новый телесериал «Молодой папа», где он играет главную роль. Речь, конечно, не о чем-то отце, а о вымышленном понтифике Пии XIII. Это первый глава римско-католической церкви США. Американец среднего возраста сильно отличается от привычных священнослужителей. Пьет по утрам газировку, а вместо торжественных речей может в резкой форме высказаться по насущным проблемам. Кинокритики называют эту роль Джуда Ло одной из лучших в его карьере. Сам сериал «Молодой папа» выйдет на экраны в октябре.